«Мы есть то, что мы едим», – говорил в давние времена Гиппократ. Пища, которую мы употребляем, влияет не только на утоление голода, но и на здоровье в целом. Бывало ли у вас такое, что безумно хочется сладкого или мучного, орехов, морепродуктов? Почему это происходит? Дело в том, что ваш мозг посылает сигнал, что ему не хватает того или иного вещества, и чем это грозит? Например, при нехватке железа изменяется цвет кожи, нарушается структура волос, развиваются депрессии и стресс. При недостатке в организме фосфора появляются слабость, сонливость, головные боли. Разумеется, в библиотеке не выпишут рецепт от болезни, но обязательно подскажут, какую литературу следует прочитать. Обратите ваше внимание на справочник «Культура питания», познавательная книга Дроздовой «Физиология питания». А характеристика книги Погожевой заключается уже в ее названии «Здоровое питание. Путь к долголетию». В литературе, представленной на выставке, написаны забытые секреты лекарей, лучшие рецепты народной медицины, информация о лекарственных растениях. Много рецептов народной медицины содержится в журнале «Предупреждение». Человек – сам творец своего здоровья, и владеть достоверной информацией о тонкостях организма будет полезно каждому, ведь библиотека и информация являются одним целым. Будьте здоровы и чаще заглядывайте в библиотеку. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.